Игнатий Тихонович, ой, как правильно, вы не знаете, Андроник или Андроник? А я вас прошу, как правильно, Аввакум или Аввакум? И так, и так. И так, и так. Вот старообрядцы так считают, новообрядцы так. Поэтому ударение, если говорить было бы по-французски, то определенная щетка на последнюю гласную. А здесь, видимо, и так, и так. Так что мы-то понимаем, о чем речь идет. А у Кирилла-то был митрополита? Переносят, уже два раза перенесли встречу нашу. А, вон как. Так что, а я считаю Андроник. Вот я, например, я могу сказать, Андроник всегда считал его. Вот. Он считал Варух, а тут стали считать Варух. Ну, пускай Варух будет. Лишь бы, говорит, хоть горшком назвали, только в печку не толкали. Андроник — это мужчина или женщина? Мужчина. А вот Инна — это мужчина или женщина? Это мужчина. Вот то-то и оно. Почему-то называют женщин таким именем. Ин, Рима и еще какое-то третье. Рима — это тоже мужчина или женщина? Мужчина. Мужчина. Они вместе идут в один день. И в церкви крестить женщин этими именами не будет, батюшка. Так, вопросов нет, отхожу.